29 и 30 июля во Введенском храме деревни Озера Лузского района пройдут торжества в честь годовщины приставления преподобного Леонида Устнедумского, святого 17 века. Храм стоит на месте основанного им монастыря. Под его сводами покоятся мощи преподобного, обретенные в 2018 году. Встав однажды на путь следования за Христом, преподобный Леонид шел им до конца. Прошло 369 лет со дня его приставления, а память о нем жива. По сей день Господь прославляет своего угодника чудесами и дарует утешение тем, кто с верой приходит под своды Введенского храма и прикладывается к мощам святого. 29 июля в 15:00 состоится всенощное бдение с акафистом преподобному у его святых мощей. 30 июля в 8:30 божественная литургия. После литургии состоится крестный ход на реку Недуму, где будет совершен водосвятный молебен.